чувствует месячные, и я допускаю ошибки в питании, или мне необходимо что-то переосознать, чтобы нормализовать циклы? Физиологических нарушений у тебя нет. Он говорит, что есть такая ситуация, когда организм может чиститься другими способами. Так если у вегетарианцев месячные могут быть редко, то у сыроедов их вообще может не быть. Месячные, он говорит, связаны с выходом из организма шлаков и чистка сакральной зоны. Это мера вынужденная, и организму как-то нужно чиститься, учитывая, что у женщин нагрузка на сакральную сферу значительно больше, чем у мужчин. Чем больше грязи, чем меньше здоровья, тем более болезненные и месячные, и тем больше из крови выходит шлаков. Состав крови, выходящий с месячными, он сильно отличается от обычного состава крови в любой части организма, поскольку в нем концентрируются шлаки и вещества, которые организм хочет выкинуть. Это связано с возможностью женщины рожать и предусматривает очищение систем перед родами. То есть при возможности рожать система будет очищаться до тех пор, пока возможность рожать не пропадет, и эта система не будет так жизненно важна для организма. Он говорит, что если в течение месяца нет месячных, это еще нормальное явление. Он говорит, месяц-полтора это может быть нормально. Если ты при этом не чувствуешь болезненных ощущений, дискомфорта, не появляются какие-то дополнительные сегментные пятна, прыщики, опухлости кожи, прелости, то это не является заболеванием. Месячный цикл очищения еще связан с личными циклами организма и с известной степени с циклами Луны. И поэтому он у каждого человека разный. Хотя циклы движения Луны вокруг Земли постоянные. Если человек ест много очень живой зелени, организм может очищаться сам, ему не обязательно скидывать это все через сакральную зону. При психических стрессах, при перенапряжении, эта функция тоже может выключаться, поскольку в таких случаях организм решает не задачи потенциального деторождения, а пытается заниматься самовосстановлением. Если для тебя важна сама чистка восстановления месячных, нужно привести в порядок свою психическую деятельность, то есть перестать сильно волноваться и стрессовать, поскольку психическая деятельность может воздействовать на любой орган в организме, практически на любую систему, в том числе что-то включать либо выключать. Включаем какие-то эффекты мышечной деятельности, на которые человек был не способен в обычной жизни, в обычной ситуации. Если человек часто делает чистки организма, например, используя травы или что-то еще, циклы между месячными может серьезно растягиваться, особенности, если человек вегетарианец. Если ты все-таки хочешь восстановить эту систему очищения, то можно дать организму команду. Если у тебя нет сильного стресса, перегрузок, то они сами восстановятся и будут происходить в том ритме, в котором приблизительно происходили раньше. Говорит, что организм сам решает, что ему делать. Если нет серьезных нарушений в обмене веществ, то этот процесс происходит автоматически. Он говорит, когда человек совершает определенные чистки, те вещества, которые должны были выйти через месячные, они выходят другим способом, и организму не нужно устраивать эти месячные, поскольку кровь не обязательно сбрасывать, ее можно очищать. При чистках организма идет самоочищение крови, и нет нужды выкидывать ее таким способом, который, в принципе, для организма считается достаточно значимой нагрузкой, даже больше нагрузкой, чем большая физическая нагрузка. Но он говорит, что в целом твоя задача не восстанавливать месячные, а восстанавливать баланс внутри организма. То есть рождение это никак не повлияет? Никак не повлияет родом. И если понадобится это делать перед родом по каким-то причинам, то организм запустит этот цикл в тот момент, когда ему это будет нужно. Если ему хватает ресурсов для самоочищения, то он не включает эту деятельность.